Например, вы например, Вот Любовочка, этот и вариант. сегодня я к вам Потому вернулась. что он Я будет дома контроль. мало знаю, Но в понедельник просто надо зато у все меня не было времени, потом прорешать, я то, как видите. всегда была в План воздухе, будет поздно поэтому все да. И сегодня я решила порешать. совместить приятное с полезным. Это снять видео, как я делала уроки, на такой продуктивный вечер мой, можно так сказать. И сейчас мы будем с вами делать уроки, как вы поняли. И давайте... Я наконец-то доделала английский. Нам задали, в принципе, не очень много. То есть стоит номер. И еще тут немножко. Привет, и вот я пришла с английского. Сейчас где-то 6 часов, и я продолжаю продуктивный день. Поэтому давайте поехали. Я, кстати, до английского потихоньку получила фотографию. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось, и будем работать дальше. Всем пока! Нам по географии задали делать контурную карту. Вот здесь я. Еще нам задали устные. Устные буду делать в конце, когда я усипительный. В принципе, я довольна, как я сделала работу. Получилось аккуратно ну, довольно неплохо. Поэтому давайте не будем останавливаться на географии, а пойдем дальше.
заняла 2 метра, не очень красиво все, но то я поняла, то есть никакие задания не продолжу. Я разобралась с ответом, но принципе я довольна этим, хочу быть. Не смогла решить такого вот этот. Я там неправильно посчитала. И четвертый. Вот это я неправильно начала решать, но потом поняла, что вот так надо решать. В принципе, все. Я это не сделала. Уже упражнение по русскому. Надо будет делать упражнение по исправлению ошибок. Так, вот открылся. Вот. Исправить ошибки из этого текста. И еще вклеила просто ДЗ. Это кроссовод, чтобы он у меня прочистительный. Чтобы не все было в одном месте, я так склеила. Для английского. Кстати, если вы хотите, чтобы я вам сняла видео, как я изучаю английский, как его вообще учить, то пишите в этом комментариях. Я пойму и сниму подробно, что и для чего я использую изучение английского. Но пока видео не об этом, и поэтому давайте начнем делать английский. Ой, закрылась папка. Надо сделать вот эти 2 распечатки. Тут вот надо прочитать этот текст, ответить на вопросы. Здесь надо сопротивлять, ну типа табличку фактов про вот эту женщину. Лорд Борн, по-моему, не знаю, как там ее правильно зовут. И здесь идет ее биографию написать. Использую вот этот номер. Вот этот номер, который на прошлой распечатке. И интернет. Поэтому давайте я сейчас буду по-быстрому все это делать. И потом покажу вам итог. Английский. Вот здесь ответил на вопросы. И также здесь я написала биографию. Да, конечно, что написала я не очень красиво, но надеюсь за то, что правильно. Уже сейчас 9 часов вечера. Ура. Полдевятого. Извините. И сейчас я, наверное, буду учить английский или французский. Сейчас подумаю. Ну, увидимся позже. Сегодня я уже не буду ничего учить, потому что я уже поздно, и я уже очень устала. В принципе, так я очень много делала, поэтому английский я закрываю. И всем пока. Видео не заканчивается. Не забывайте подписаться на канал, нажать на лайки и написать комментарии, и нажмите на колокольчик. Так вы не пропустите ни единого моего видео. И буду рада всем и каждому. У меня на канале очень много интересного. Всем пока-пока.